Уже давно волонтеры стали неотъемлемой частью всех крупнейших мероприятий в стране. Именно они помогают участникам. И недавно для того, чтобы отметить их заслуги, указом президента Владимира Путина официально был утвержден День добровольца, который теперь отмечается 5 декабря. Мы очень рады, что теперь у нас официально, может быть, в России отмечен праздник День добровольца 5 декабря. И наш сегодняшний фестиваль – это хороший подарок всем волонтерским объединениям нашего региона. Четвертый студенческий фестиваль молодежных добровольческих инициатив в Омске собрал представителей 57 волонтерских организаций нашего региона. На торжественной части мероприятия благодарственными письмами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области были отмечены те, кто активно и ярко проявил себя на добровольческом поприще. Также пятеро из них были отмечены особой добровольческой наградой – знаком отличия «Дарить добро». Одну из них получили волонтеры «Победы», которые на протяжении 3 лет активно проводят мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Это достаточно значимая для нас награда, потому что мы работаем уже на протяжении 3 лет. И для нас это действительно большой шаг, шаг такой вперед. Мы идем на благо, работаем для молодежи и делаем все, чтобы наша история, история победы, она сохранялась. Поэтому мы гордо себя называем хранители истории, и я считаю, что наша награда действительно заслуженная. Остальную же часть дня ребята обменивались опытом, рассказывали о лучших практиках, а также получали новые полезные знания. Ну, это, конечно же, в первую очередь обмен опытом. То есть все ребята, они делятся своими мероприятиями, на которых они участвовали, своими новыми идеями. И я считаю, что такие фестивали, они должны быть, потому что здесь мы можем познакомиться, здесь мы можем поделиться своими впечатлениями, эмоциями и вдохновить друг друга на какие-то новые идеи. Всего в рамках фестиваля работало 10 тематических площадок. Среди них экспресс-школа, волонтеры Победы «Не только 9 мая» сделали жизнь безопасной. Кроме того, именно здесь прошла подготовка регионального волонтерского общества ко Всемирной универсиаде, которая состоится в 2019 году в Красноярске. Также добровольцев на фестивале познакомили с автоматизированными информационными системами АИС «Молодежь» и «Добровольцы России».